На самого мерзкого блогера в России, Субхана Мамедова по кличке Суба, заявили в полицию. По словам пострадавшего парня, блогер обещал его изнасиловать, а потом убить. Зная репутацию Субу, и судя по его роликам, он на такое способен. А, вот, вон, все вижу, спасибо. Конфликт между блогером и водителем легковушки произошел вечером 23 сентября в районе проспекта Мира в Москве. Ты так нежно, знаешь, вот так вот расселся, ешь, руль очень лег. По предварительной информации, Суба Мамедов на своем Ламборджини выезжал со второстепенной дороги и чуть не врезался в автомобиль, ехавший по главной дороге. Затем, по данным заявителя, Суба начал сигналить и моргать фарами, и в процессе движения перестроился перед машиной своего оппонента и начал специально оттормаживать, чтобы тот в него врезался. Затем водители машин поравнялись и на скорости 5 км в час начали общаться. Суба заявил водителю другой легковушки, что он его изнасилует и убьет. После этой угрозы пострадавший вызвал сотрудников полиции и написал заявление на блогера. Не стоит обвинять парня в малодушии. Он все сделал правильно и не дал Субе вызвать подкрепление, иначе его могли действительно изнасиловать. Каждый день мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Если вы считаете, что мы занимаемся правильным делом, поддержите нас на Boosty. Ссылка на Boosty в описании канала.